Дарья Матвеева, 22 года, родилась в Саратове, работает на радио, а свободное время поет. Жизненное кредо – все проблемы от наличия свободного времени. Финал уже буквально через пару дней, а это значит, что полтора месяца нашей работы, переживаний, стрессов и радостей в эфире РЕН-ТВ Саратов тоже подходит к концу. Ответственность, желание довести дело до конца и постоянный поиск новой и интересной информации – это далеко не полный список приобретенных в этом проекте навыков, за что огромное спасибо. Кто станет победителем, узнаем уже скоро, но это уже не так важно. Гораздо важнее те горизонты, которые открылись теперь для каждого из финалистов конкуренции. Узнаете, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.